сегодня мы поговорим о гипсе. Гипс – минерал из класса сульфатов. По составу является гидридатом сульфата кальция. Волокнистая разновидность этого минерала называется селенитом. О нем мы уже говорили в одном из прошлых выпусков. А зернистая – алебастром. Пилость за спешкали молоса составляет 1,5-2. Гипс – типичный осадочный минерал. Встречается в форме чешуйчатых, мелкозернистых или волокнистых масс, а также в виде кристаллов. Минерал окрашен белый, бурый, желтый, голубой или красный цвета. Встречаются и бесцветные виды. Некоторые мелкозернистые виды напоминают мрамор. К таким относятся алебастр. В почвах аридной зоны встречается новообразование гипса. Самым известным новообразованием является роза пустыни. Роза пустыни – это разновидность гипса. Минеральные агрегаты образуют кристаллы, своим внешним видом напоминающие цветок. Как и некоторые другие аутогенные минералы, роза пустыни кристаллизуется в почве или песке. Процесс образования выглядит примерно так. Первое. Над пустыней выпадают осадки. Второе. Вода уносит в гипс грубь. Третье. Вода начинает испаряться. Четвертое. После полного испарения воды образуются кристаллы гипса. При этом частицы песка становятся включениями кристалла. Фосфогипс. Гидрат сульфата кальция. Является побочным продуктом при производстве некоторых удобрений. В отличие от обычного гипса, фосфогипс редко используется. Хранится в отвалах на долгосрочном хранении из-за слабой радиоактивности.